Напоминаю, этот ролик продолжение. Предыдущий ролик будет на конечной заставке. В подсказке будет ролик, почему у Путина не получилось поднять Россию с колен, или что такое политаризм. Он, как надеюсь, станет дальше очевидным, имеет отношение к делу. Поскольку у Платошкина настораживает прежде всего игнорирование политарной системы в СССР. Также напоминаю, что этот цикл роликов породила моя статья на ЦЕМ Николаю Платошкину предъявлено обвинение. Она у меня абсолютный хит канала. У нее сейчас более 48 тысяч дочитываний и более 1800 просмотров. А для моего канала это пока не характерно. Он у меня еще молодой, ему нет еще и полугода. Вот как эта статья выглядит. Эта статья стала ответом на статью на странице Николай Платошкин ВКонтакте. Та статья называется «Торжество абсурда и идиотизма». В этой статье автор, видимо, сам Николай Платошкин, сравнил современную ситуацию в России с ситуацией в вымышленной стране – Океании. Ее придумал эту страну английский писатель Джордж Оруэлл в романе 1984. И в этой стране сажали в тюрьму за так называемые «мысли преступления», доказательства которых получали чудовищными пытками. Адвокат же Платошкина сравнил нынешнюю ситуацию в России с 1937 годом. И с этим очень сложно не согласиться, поскольку обвинение в адрес Платошкина сформулировано следующим образом. Лучше зачитаю. Платошкин призывал к массовым беспорядкам путем маскировки этих призывов под призывы к законным митингам и выборам. Но здесь есть одно «но», и очень серьезное. Николай Платошкин открытый сталинист. И открыто восхищается, что Сталином, что советской системой. Как я уже сказал, при этом откровенно игнорируя тот факт, что система в Советском Союзе была политарной, и политаризм в нашей стране установил именно Сталин. А он, как политолог, не может не знать этого факта. Ролик о политаризме, как уже сказал, будет на конечной заставке. Самое же главное, роман Джорджа Оруэлла, 1984, это как раз политическая сатира на политаризм, или другое название на азиатский способ производства. И не на какой-нибудь абстрактный политаризм, а именно на советский политаризм. И созданы именно Сталином, восхищающим так Платошкина. А чудовищные судебные и следственные процессы в Океании, изобличающие людей в мысли о преступлениях, это политическая сатира на чудовищные судебные и следственные процессы в Советском Союзе при Сталине в 1937 году. По сути, Николай Платошкин за что боролся, на то и напоролся. Конечно, все порядочные люди должны сделать все, что могут, чтобы прекратить этот театр абсурда в отношении Николая Платошкина. Но, повторяю, указанный нюанс не может не привлекать к себе внимания. Как уже сказал, более детально о том, что такое политаризм, лучше посмотреть в указанном ролике. Здесь же скажу, что политарная система сформировалась в Советском Союзе окончательно в 1933 году. И нужно сказать, что она сформировалась во многом не только на практике, но и теоретически. В 1933 году академик Струве по поручению Сталина просто вымарал из коммунистической теории этот самый азиатский способ производства и разработал, как это называется на жаргоне ученых, пятичленку. Согласно этой концепции, которую Сталин сотоварищи назвали научным коммунизмом, в истории человечества было только пять формаций. Первобытная, общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, ну и социалистическая, коммунистическая. Шестая, политеризм, из научного коммунизма исчезла, необратимо изуродовала коммунистическое учение. И Сталин не мог не понимать, что он творит. Не мог не понимать, что он предает дело коммунизма и левое дело в целом. Думаю, мы разовьем эту тему в следующих роликах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, увидите на конечных заставках.